этот лес уже третий. Мы ездили в Гусино 55 километров, заехали обратно, отъехали от Гусино километров 15. Еще один лес проверили, наш любимый тоже, но далекий. А вот здесь наш лес поближе, мы любим сюда приезжать. И решили посмотреть, есть ли здесь какие-нибудь, может быть, морские. Нет, здесь чаще бывают строчки, их бывает немного. Но они бывают. Почему-то нынче нигде строчек нету. Вот не знаю. Муравейник большой был, раскопали его, уничтожили почему-то. Кому это надо, не знаю. Здесь какой-то трутовик, может быть, вырастает, не знаю. Ну вот, хочу найти хоть один строчок хотя бы. Но что-то он мне не попадается. Это что такое? Ничего такого нет. Муравьиная кучка. Красивый просто лес. Насколько хватит батарейки, там у нас болотце. Насколько хватит батарейки, настолько я и сниму. Она уже моргает. Но лес хороший, потому что мы сюда пока не сможем больше приехать. Это далеко и не попутно. Дела закончились. Здесь были строчки, очень крупные-крупные грибы. Сегодня я их не вижу. Почему-то вообще в наших лесах их нет. Куда они подевались? Что с ними случилось? Куда они переселились? Убежали из леса и все. Ну ладно. Что поделаешь? Не настолько они уж важны. Просто очень интересно их снять бы, посмотреть. Грибы все-таки растут же. В этих местах они должны быть. Но пока нет или уже нет. Даже неизвестно. Ладно, едем по пути. Все равно интересно поснимать природу. Красиво, интересно. Немножко замусорено. Но мусор я стараюсь не снимать. Мне это очень печально. Очень мне не нравится. Ну что поделаешь, ну такой-то народ. Его не перевоспитаешь. Вот какие-то тупики здесь. Пушистенькие такие. Зоря Зареница мне показывала. Хорошенькие трутовичочки. Маленькие, веером такие. Я даже забыла. Крепидесно. Самое лучшее видео вот это на сегодня. Но как здесь красиво, как здесь уютно, как здесь приятно. Очень хорошо. Хороший ряд, нет. Вот. Вот. Сколько их много здесь, очень красиво. Все. Хватило батарейки с двух камер, наконец-то. Это я уже снимала когда-то. Они такие яркие-яркие. Очень красивые. Но они сильно не выросли. На березовые веточки. Такие бесподобные, красивые трутовичочки. Это супер. Это блеск. Красота какая. Они очень красные-красные. Яркие-яркие. Не знаю, насколько камера их берет. Я их видела когда-то, я вспомнила, что я их видела уже здесь. Надо веточку положить поудобнее, чтобы ее не растоптали, не разбомбили. У нас же такой народ. Вот, супер. Красота. Ну ладно, заодно еще раз повторю. Вот это вот. Вот это. Они здесь такие растут маленькие. Ну не очень маленькие, но симпатичные. Где-то еще один рос, ну ладно. Отведу вот сюда. Ладно, сниму еще раз, потому что батарейка заканчивается. Где-то еще был гриб. Батарейка заканчивается. Свое существование. Где-то еще гриб такой же был. Закончу такой красотой, раз батарейка еще позволяет. А здесь недалеко, далеко поезд, конечно, но
слышно очень. Дальше хода нету, пароходу. Дальше болото. Хотелось бы, конечно, пробраться куда-нибудь, посмотреть. Но здесь даже саркосцев нет. Нашла зато очень красивые трутовики, бесподобные. А здесь такие места. Но это все высохнет, летом можно будет пройти вполне спокойно и свободно. Все, я ушла отсюда. Хватит бегать по таким невзрачным местам. Я заканчиваю, камера отключается. Всем пока-пока и до встречи. Лесу красиво, но нам пора домой.